14 августа отмечается большой православный праздник – Медовый Спас. Первый Спас, или как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковей. Медовым Спасом в народе прозвали день, объединяющий сразу три больших церковных праздника – Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, происхождение честных древ животворящего креста Господня, а также крещение Руси, которое состоялось 1025 лет назад. Праздник сегодня – это происхождение честных древ креста Господня, так как в древние времена часто ходили моры, различные болезни, особенно в этот период, поэтому в древней церкви был установлен обычай износить крест для поклонения. В это время также освящается в сегодняшний день начатки плодов, которые приспевают до этого времени. Особенно сегодня читается молитва на освящение меда и молитва на зелье. Потому что в церкви всегда принята традиция все начатки, все, что мы вкушаем новые, приспевшие, начинать с молитвы, благословений и освящения. Предки считали этот день последним отрезком летнего времени, поэтому с Медовым Спасом связывают окончание лета и считают его первым осенним праздником. Именно поэтому существовал обычай нести в церковь на освящение часть почти всех запасов земледельческого урожая. Как правило, делали это женщины. В сегодняшний день мы святим мед, потому что это Медовый Спас. Святим васильки, чернобрывцы, это оберег наших домов, всего всегда, где говорят, такие цветы есть в доме, это благополучие в доме. Вообще хорошая традиция, мы ее поддерживаем уже много-много лет. Я уже сама бабушка сейчас, но мама мне всегда объясняла все и говорит, то, что создано народом, должно жить в народе. Родители, бабушки, прабабушки ходили в церковь. Мы маленькие с ними ходили, так и ходим по праздникам, по большим. Маковей или Медовый Спас, значит, надо освящать и мед, и мак, и воду. Вода очень, так сказать, обладает целительной силой. Когда освященный мед после Спаса, с первой ложечкой меда можно загадать сокровенное желание. Да, и оно исполнится. В этот день начинается Успенский пост, названный так в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа, которым он завершается. Этот пост строгий, и церковь призывает верующих воздерживаться на всем протяжении поста от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных продуктов. Все верующие христиане должны его соблюдать. Это должно быть духовное и телесное воздержание. Духовное воздержание – это избегать различных увеселений, усугубить молитвы, обязательно посещать храм, исповедоваться, причащаться. Физическое воздержание – это воздержание от определенной пищи. Немощным христианам можно послаблять пост. Считается, что Успенский пост по строгости уступает лишь великому, однако из-за изобилия пищи и созревших плодов считается легким. Успенский пост также служит напоминанием о том, что лето подошло к концу, ведь во второй половине августа ночи становятся прохладнее и длиннее. Светлана Ермильченко, Андрей Жарко, Новости дня.